Всем привет-привет! Вы на канале Вот ГСН, канале свежих новостей по поводу всего, что в игре происходит. Если вы хотите быть в курсе всех игровых событий World of Tanks Blitz, подписывайтесь на канал прямо сейчас и жмите на колокольчик, чтобы ничего не пропускать. Я выпускаю видео по всем событиям, которые происходят в игре. Рулетки, контейнеры, новые танки, обзоры машин, которые вышли на продажу, квесты, ивенты и многое другое. Плюс к тому анонсы, бонус-коды. Все это ждет вас на канале, поэтому подпишитесь прямо сейчас, я вам буду благодарен. Если вы не заходили в игру, то знайте, зайдете в игру, получите вот такой вот мини-квест. Да, он вроде бы на 7 дней, но пройти можно за один. Что необходимо сделать? Накосить 100 тысяч урона и забрать главную награду, а на пути к ней забрать себе 150 тысяч серебром, два великолепнейших предмета, которые понадобятся в будущем, анимированный аватар, который, мне кажется, никому не интересен, и целых 10 бустеров голды. И все это всего лишь за 100 тысяч урона. Если прям разделить, то получается 14,5 тысяч урона в день. Но все мы прекрасно понимаем, что 100 тысяч урона можно, в принципе, и за день наколбасить. Главное, чтобы было свободное время и желание поиграть. В отношении того, почему стоит пройти данный квест и даже, пускай не доходя до главной награды, здесь, ребят, вас ждут две антенны, которые понадобятся в будущем для того, чтобы забрать халяву от Wargaming'а в честь дня рождения игры. И туда же, ребят, пульт номер один именно в этом квесте находится, поэтому не пропустите данный пультик. Это уже третий пульт из 7 необходимых. В конце, когда соберете 7 пультов, вам откроется еще один квест, в котором необходимо будет, если я правильно знаю, сделать всего лишь одну победу и получить какой-то жирнейший призище от наших разработчиков. Насколько он будет жирным, посмотрим в будущем. Ну а пока, мне кажется, 30 тысяч урона — это не такая уж большая цифра для того, чтобы забрать пультик. В отношении главной награды в данном квесте можно много спорить в отношении того, а надо ли было так издеваться над ФВ-40-05 и делать для него легендарный внешний вид курятник. Я не буду ничего комментировать. Предполагаю, что найдутся все-таки танкисты, которым данный внешний вид понравится. Ну и рекомендую вам написать свое мнение в комментариях. Мне интересно будет почитать. Ну и заодно с другими ребятами своим мнением поделитесь. Поэтому жду ваших комментов. Я побежал специально для вас снимать следующее видео. А вам, друзья, успешного прохождения квеста в максимально короткое время с максимальным удовольствием, мира и обязательно спокойствия. Всем пока-пока.